Сюрприз, я думаю, ей очень понравится, как и вам всем. Очень волнуюсь. И что-то ладно. И поэтому сегодня я хотел именно для тебя исполнить песню Джо Дассена на французском языке. У всех девочек клюв не было, да?
только начало. Продолжение следует. И, конечно, больше, чем песни о французском языке, вряд ли можно выразить чувства на сегодняшний момент. Мы желаем вам любви взаимной, с каждым годом все больше, все счастливее, что были вы друг у друга самыми неповторимыми, единственными. Ну, я не знаю, как вы, я была поражена. А невеста вообще в культурном шоке. Невеста пребывает у нас в культурном шоке, но мы поднимаем бокалы за творческий подход к любовному признанию сегодняшнего жениха, молодого супруга Александра Александровича. Аплодисменты ему еще раз. Ай да молодца.